Меня зовут Наира Суреновна Акопян. Я родилась в Нагорном Карабахе, в городе Степанакерти, в 1930 году. В Москву меня привезли в 1932 году. И с тех пор я живу в Москве и часто бываю в Ереване, почти что каждый год. Вот. Я поступила в художественную школу МСХШ. Маму звали Арфо Аветисовна Петросян. Она родилась в городе Шуше. Это очень старинный город. Вот. Ну и из Шуше пришлось им бежать, потому что была резня в 20-м году. Ей было 9 лет. И всей семьей пришлось уйти ночью из города и добираться пешком, ну, до Степанакерта и до Баку, где они стали, потом она в Степанакерте училась. И из Степанакерта уже, когда ей было 19 лет, приехала в Москву. И мне, а мне было 2 года, то есть 19 лет. Когда мама моя появилась в Москве, ей было 19 лет. А что за резня была? Кто устроил? Это турки, мусаватисты. Ну, это такая партия националистическая. Это 20-й год была резня. Услыши меня, Господи. Господи, воззвать Тебе услыши меня, вон ми глас умоления моего, внегда воззвать ми к Тебе, услыши меня, Господи. Ну, тогда Шушу сожгли. Город сожгли, и все жители оттуда, то есть армяне, ну это чисто этнически, они вынуждены были оттуда выйти и пойти пешком. И когда уже дошли до Степанакерта, до Баку, уже советская власть началась, уже это все было позади, и началась уже такая новая жизнь. Вот. А мама моя, в Москву ее прислали как отличницу, в Москву. В то время отличников присылали, чтобы они продолжали учиться дальше. Также папу моего прислали. Папа мой и мама приехали в Москву и стали. А мне было уже 2 года. Вот, стали учиться. Папа мой ушел на фронт в 41-м году добровольцем. Он не вернулся. Считается без вести пропавшим. Вот. Папа Сурен Акопян, его фамилия, Сурен Арминакович, он не вернулся. Ну, мама моя была литератором, она кончила филологический факультет, была журналистом, всю жизнь работала. В 85-м году ее не стало. Да. Она работала в Министерстве культуры, была заместителем министра культуры. Она работала в ЦК. Она во время войны по всему Советскому Союзу разъезжала. И везде и всюду она выступала на фабриках, заводах. Как бы читала доклады, как бы дух народа. Как бы ее задача была, чтобы поднять вот такой, ну, боевой дух и веру в победу. И вот победа наступила. И мама моя работала в Институт мировой литературы и была заместитель директора. 15 лет заведовала, и она создала такой сектор
Эпос народов СССР, это ее лично, она сама создала. То есть она это все придумала и создала такой. И стали писать ученые, там участвовали, литераторы, сказители, приезжали со всего Советского Союза. И все, что они могли, они рассказывали и говорили про эпос народов СССР. В каждой республике свой эпос. В Армении Давид Сасунский. Вот эти прибалтийские страны, там эпос Калевала. Есть Северный Кавказ, там нарты. Потом Бурятия, там Олонхо. Вот эти все эпосы, все вышли академическим изданием. Там было, ну как бы, в общем, построчный перевод. Это перевод на русский язык. То есть это уже как памятник культуры. Таких эпосов под руководством моей мамы вышло 8 томов. А потом уже после 85 года уже никакой эпос не... Уже как бы это... Ну, распался Советский Союз, это все уже как бы пришло в упадок. А так вообще очень интересные книги художники оформляли, сказители рассказывали, это уже... Это, ну, вот такие вот... Ну, что еще рассказать? Ну, вот. Себе теперь, значит. А я учила... А я любила рисовать, и поэтому я выразила желание пойти учиться в художественную школу МСХШ. А ваше первое воспоминание из вашей жизни? Как вы себя начали ощущать как человека? Где вы себя помните? Мы жили... Первый Басманный переулок, это около Красных Ворот, там Новобасманная улица. Ну, я себя ощущала... Дети, мы играли, были очень интересные игры в те времена. Например, была такая игра, вот, скажем, рано утром, в воскресенье, все дети, начиная от 3 лет и кончая 16-18 годам, все дети из дома брали всякие продукты, там все у кого что было, и спускались во двор, и во дворе накрывался большой стол. И вот накрывали этот стол, и вот играли, что кто был мы, папы, мамы, тети, дяди. То есть это как одна большая семья, и все вот так вот что-то рассказывали, что-то делали, в школу ходили, приходили, кого-то водили в детский сад, кого-то забирала милиция за хулиганство потом. Вот такая вот игра была, это такая уникальная игра, и я нигде ее не встречала. Это единственное, вот я вспоминаю, никто так нигде не играл. Это московская, дворовая московская игра. Она была очень интересна, потому что... Как он это был? Ну, это вот, я помню первый раз, это мне было 5 лет, меня спросили, девочка, как тебя зовут и сколько тебе лет? 5. И вот меня пригласили в эту игру, и мы играли так каждое воскресенье. Какой год это был? Ну, вот это значит, какой год? 35-й год. Вот. И так это продолжалось до войны, а потом была война, все в эвакуации. Скажи, как война началась? Как вы первый раз услышали, что война началась? А это мы были за городом, мы были на даче, и вдруг из кино, в кино были, пришли, должны были обедать, и вдруг слышим громко, ну, этот вот, ну, это, как это, репродуктор. Ехали в Москву, и там вот папа мой ушел на фронт. Вот. А как он уходил? Он меня проводил, все дети тогда всех организовали, всех стали вывозить из Москвы. И я вместе со своей тетей должны были ехать в Кисловодск к родственникам. И папа меня провожал. Я его спросил, когда же мы увидимся? Он говорит, как только кончится война, мы сразу увидимся. Это, говорит, долго не будет. Так, он так думал. Но я его больше не... Это был последний раз. Thank you.
А когда я помню эти тревоги, эти сирены, эти бомбежки, спускались в бомбоубежище, там прятались, вот это я помню. Вот, а потом, значит, это 41, это 11 лет мне было. И вот мы уже, эти бомбежки, это уже я уже это все, сирена, вот это крик сирены, как мы спускаемся, как мы прячемся, вот эти первые такие тревожные дни. А потом мы уже поехали, вот лето 41 год, 42 год и 43. В 43-м году, до 43-го года, вот 41-й, 4-й класс я училась в Кисловодске, это эвакуация, потом 3-й, 4-й класс, 2-й, 3-й, 4-й класс я училась, нет, 3-й и 4-й, а 1-й и 2-й в Москве, а вот 3-й класс и 4-й класс, это было в Кисловодске, а потом уже стали возвращаться в Москву, но в Москву, как уже немцы стали, как бы меня вывезли из Кисловодска, и через 20 минут немцы пришли. Это Карачаево-Черкесия. Это Карачаево скорее. И меня, а мы с мамой были в городе Махачкале, и оттуда вылетели в Москву. Вот. И в Москве я уже пошла в 5-й класс. Вот. И... А мама, значит, там проводила тоже опять, выступала, там какие-то были у них эти выступления, какие-то доклады. А как вас Москва встретила, помните? Ну, Москва как встретила? Цыгане у нас украли все вещи, мы приехали без всего, у нас не было никакой ни одежды, ничего, но потом надо было. Ну, как Москва? Ну, Москва, она родная Москва уже была. Конечно, мы радовались, что вернулись в Москву. Но потом я никогда не сомневалась, что победа будет за нами. Никогда. Страшно было. Особенно страшно было узнавать, когда немцы были прямо под Москвой. Они же в бинокль уже рассматривали Красную площадь. Вот это было страшно. Но я ни разу не сомневалась, что это уйдет, что этого не будет. Ну вот, что еще рассказать. Ну потом уже учеба. А вот голодно было в Москве? Ну да, конечно, надо, приходилось это все как-то. А бомбежки как вы ощущали? А бомбежки уже, вот когда вернулись, уже не было таких бомбежек. Они были, но уже после того, как от Москвы отбросили. Аэростаты висели, да? Да, уже, это да, это было. А вот таких бомбежек уже не было. Это я пережила в самом начале войны. А потом уже не было, потом уже мы знали, что уже все, что война. Мы только слышали, что, ну, как бы Красная Армия наступает, что вот мы город такой-то, город освободили, то освободили. А вы каждый день ждали? Вот, все время мы слушали, да? Что, какой город освобождается. Волновались, да, всегда? Ну, конечно. Что вот освобождать такой город, другой. И, наконец, Берлин. Ну, это вообще... Ну, а День Победы даже невозможно передать. Это уже не подлежит никаким... А как это было? Расскажите День Победы. Ну, День Победы... Это невероятно. Это настолько было... Это было что-то какое-то... А как вы узнали, что там мир? Вы уже сказали, что победа, война кончилась. Это... Где вы это правда застали? Мы были дома, а когда мы вышли на улицу, народу столько было, я в жизни не видела столько. Весь народ на улице, там и гармошка, там и пляски, там и чего только, и всякая всячина. И вот мы шли сквозь толпу, я не знаю, мы с мамой где только не были. Ну, я только знала, что, конечно, мой папа не вернется, что я его уже не увижу. Но мы, конечно, чувствовали себя очень одинокими, но в то же время, что все уже позади, что война кончилась. Это было интересно. А потом салют был. Вообще, это невероятно совершенно. А потом был парад Победы, это я помню, парад Победы. Мы стояли, ну, были в первых рядах с мамой. А вот когда несли эти знамена и бросали у подножия Кремля, это просто
Впечатление невероятное, очень интересно. А дождика не было в это время? Дождик был, да, дождик был. И мы под этот дождик так вышли, дождик моросил, и мы ушли уже пешком. И все это, я помню, как это все было. Красная площадь, эти знамена, уже серый день, уже смеркается. А что было внутри, когда вы видели, когда знамена кладут? Какой ну, они переживали? Были такие героические. Но эти люди считали, как будто мы к ним относились, как к нашим ну, спасителям, освободителям. Они так мимо нас шли, бросали и уходили. И так это было очень долго. Это было очень впечатлительно. Вообще-то впечатление очень сильное. Незабываемое, конечно. Конечно, жаль, что теперешние дети этого ничего не знают, только по телевизору. А по телевизору там такие комментарии, что тут только не говорят. А вот такое вот ощущение непосредственное, вот это я помню, это очень интересно, очень яркое впечатление. Ну и учеба. Учеба была такая, что... А радовались долгое время? Радость победы долго нашла вот так? Все время шла радость. Сколько лет вы ощущали состояние эйфории? Дней, лет? Но это не была эйфория. Это просто была уверенность, что все хорошо, что мы можем дальше учиться. Ощущение счастья было, да, после победы? Долгое такое, да? А такой нормальной, хорошей, уверенной жизни ощущение было. Нормальной ну, жизни такой, что уже можно всего добиться. Все, что человек хочет, может добиться. Вот это было, да. Такое ощущение. Это, конечно, очень яркое. Ну, расскажите а вот о наступившем мирном времени в вашей семье, в вашей жизни. Ну, мама работала очень в те времена. Ну, работали все буквально, как можно сказать, это можно сказать, самозабвенно. Потому что приходила мама домой в час ночи, 12 часов, поздно. И тогда Сталин... долго ночами, и все, вся страна работала ночами. То есть никто не считал время, что вот столько часов уже все, я ух. Такого не было. Это потом уже при Хрущеве там какой-то нормированный день от и до. А тогда просто работали и работали это буквально бесконечно. И никто ничего не считал. Очень было ощущение бескорыстия, такого самозабвенного какой-то самоотдачи. И мы знали, что мы это, что это все даром не пройдет, что это все очень это, ну как бы это было ощущение уверенности и радости было, да. Но это уже такой постоянной радости. Ну, что еще? Ну, так же вот дети играли, встречались, влюблялись, ну, все это было. Жизнь была такая очень, как бы, наивная. Не наивная, а романтическая. Слушали эти песни военных лет, радовались, встречались. Вот это все было, да. Ну, вот такое вот. Ну, наверное, я скучно рассказываю. Нет, дальше рассказывайте. Все подробно рассказывайте о своей жизни. Вот так вот. Ну, потом, так как я любила рисовать, и мне, значит, и мы с мамой пошли в художественную школу. Она была... Тогда она была первой в Мещанской улице, там переулок такой, Скрябиновский переулок. Школа там располагалась. Был директор там немец. Николай Августович, очень хороший человек, хороший художник, Каренберг фамилия. В каком году? Ну, я поступила, наверное, это был какой-то 45-й, что ли, год. Нет, 44-й год. Или 43-й, ну, может быть, даже. Во время войны? Ну да, война еще... Нет, 45-й год был. 45-й год. Ну вот. Карточной системы уже тогда не было. По-моему, карточка. А, тогда еще эти дети получали рабочую карточку. Дети получали. Отличники получали стипендию, сталинскую стипендию. Детей одевали, кормили. Они в интернате жили. А это самое. Ну, все из всего Советского Союза учились в этой художественной школе дети. И
буквально они жили в интернате, их одевали, кормили. Вот такая вот система была, это вообще уникальное такое. Очень были педагоги, очень хорошие, добрые, они любили детей, они были такие самоотверженные, были просто с большой душой, относились как вот как родители, как вообще вот вторые родители. Вот. А потом эту художественную школу переселили в Лаврушинский переулок, напротив Третьяковской галереи. Ходили в Третьяковскую галерею каждую перемену. Потом был там перерыв обеденный на час. Ну, как вот если, скажем, кто-то на урок, ну, прогуливали же, уроки же прогуливали. Ну, вместо того, чтобы там туда-сюда болтаться, шли в Третьяковскую галерею. Это был как второй дом. Это была наша вторая, как бы, ну, там, где мы учились. Вот, педагоги были, фронтовики возвращались с фронта, все были замечательные люди. Жили как одна большая семья. Все друг друга очень любили. Вот, и так я окончила эту художественную школу в 51-м году. Кончила в 50-м году, а Николай Августович говорит, ну, еще один год пусть проучится, как вот вольно служить, чтобы, ну, немножко. И я обрадовалась и ходила только на рисунок и на живопись. А в 51-м году уже поступила в Суриковский институт художественный. И там уже другая пошла жизнь. Учились в художественном институте. Вот были практики у нас. Каждое лето ездили на пленэр, писали на пленэре. Вот. Ну и в 58-м году я защищала диплом. Мастерская Курилка Михаил Иванович. Прекрасный художник. Очень обаятельный человек, педагог замечательный, историческая личность, легендарная. Он объездил весь мир, очень образованный, эрудированный. Вот его мастерскую, театрально-декорационная мастерская, я кончила. Вот. И он прекрасный человек был. Вот это вот, ну что еще рассказать, мы кончили. А потом уже дальше, вот жизнь художника, это очень такая, как вам сказать. Ну, также и дочка моя поступила. Тоже кончила МСХШ, как бы, и кончила Суриковский институт. Сейчас у меня внучка растет, она хорошо рисует. Я мечтаю, чтобы она стала художником. Дай Бог, чтобы получится. А у нее прекрасное чувство цвета. А Михаил Иванович Курилка всех нас очень любил. Он всегда нам рассказывал о своих путешествиях. Он весь Восток объездил, всю Европу. Знал несколько языков. Да, очень замечательный человек. Мне повезло, что такой человек. Вот. Мама моя, так как она дружила с Сарьяном. Мартирос Сергеевич Сарьян, он к нам приходил. Человек очень необычный. Он первый раз, когда я его увидела, он сказал, я, говорит, раньше не понимал, какое искусство нужно народу. И меня считали формалистом. А теперь я понимаю. Но это он так шутил, это у него такое чувство юмора такое было. Мы дружили с семьями. Сарьян Мартирос Сергеевич. 43-й год, жара, на улицах спят, ну, жарят, варят, то есть живут на улицах, беженцы. Ну, народ-то, немцы-то захватили весь Северный Кавказ, а народ же бежит. Там на улицах люди жили. Они там и стирали, и спали, и картошку жарили, и ребенок на горшке сидит. Это вот такие вот. Ну, я так вышла, думаю, надо же все-таки пройтись по городу. Решила прогуляться. Ну, думаю, куда идти? И я говорю, как к морю пройти?
Каспийское море. Мне говорит, ну вот так иди, пойдешь и к морю выйдешь. Ну, я так мимо этого, там, кто жарит картошку, кто на горшке сидит, кто чего. Иду так, кто стирает, кто, в общем, кто во что горат. И так иду, ну, я что, мне 14 лет или сколько там, я уж не знаю, сколько мне лет было, 13 лет. У меня волосы распущенные, но косы были длинные. Ну, я пошла так, прихожу к морю, там какая-то старушка стирает белье, а я ей даю это свое платье и туфли. Я говорю, вы вот это постерегите, я пойду это, поплаваю. Ну, я пошла, вышла, ничего нет, ни туфель, ни это, ничего нет. Я подхожу к этой сцене, я говорю, а где мои вещи? Какие вещи? Я говорю, я же вам дала. Ой, они тут были, а их нет. Я говорю, ну и что теперь как? Ну, она говорит, ой, девочка, ой, как же так это? Я тут плакать, слезы, думаю, как же так? Я босиком, в трусиках это, в лифчике. Она говорит, ну вот возьми вот эту вот шаль какую-то, вот закутайся и пойдешь домой. Ну, я так закуталась, ну, вы представляете себе, это все какие-то это, лохмотья там, за это, как святая Инесса. И волосы распущены, босиком. Ну, я и побежала, ну, сама плачу, вся такая, это. Прибегаю там, где мы живем, это общежитие. Там выходит эта нянечка. Ой, говорит, девочка, что с тобой? Я говорю, да вот-вот, ни платье, ничего, ни туфель. Я сама рыдаю, и что делать? Ой, там начала меня жалеть. Я говорю, а где мама? Мама там где-то на каком-то заводе какой-то доклад читает. Ну вот, я говорю, а что, как мне быть, как мне это? Я говорю, мне сказали, что они, наверное, уже твои вещи продают на рынке уже. Я пойду их там поищу. Это же надо ум такой, 13-летний ум. Я босиком. Нет, правда, что-то какие-то тапочки мне она дала. Я одела и побежала на рынок искать свои вещи. Там хожу, брожу. Вдруг я слышу крик «Наира!» Меня зовет мама. Я отзываюсь, она меня поймала, нашла. Говорит, ты чего-то зачем? Я говорю, я вот хочу найти свое платье. Да где ты его там найдешь? Глупость какая-то. Но она меня взяла и привела домой. В общем, ну, там успокоила и сказала, что глупость это все, ерунда. Ну, на следующий день мы уже летели, ну, уже должны были возвращаться в Москву. И вот как раз, когда мы уже должны были в самолет садиться, в это время какая-то цыганка подходит, говорит, дай погадаю. Мама говорит, я все знаю, мне ничего не надо гадать. А цыганка говорит, а вот тогда увидишь, что с тобой будет. Ну и так оно и было. Мы когда прилетели в Москву, у нас ни чемодана, ничего нет. Ничего. Мы как вот сумочку, ну что у нас там, документы, и все. Ну, мама говорит, это все ерунда, жалко архив, фотографии, вот это все потеряно было, вот это жалко было. Говорит, мне, говорит, ничего не жалко, но жалко архив. Вот, говорит, цыганка сказала, что что-то будет, вот оно и это. Так вот мы прилетели в Москву. Ну, потом пошла в Москву. Ругаться обокрали уже, да? Это вот уже, это вот когда вот, как это первый раз обокрали. Все. Архив-то когда украли? Вот в это время. И то есть мы когда спускались с самолета, говорим, все берут, а где же наш чемодан? А его нет. Спрашиваю, нет, и все. Вот там был и весь архив, там все. Цыганка и украла. Я не знаю, как это все. Ну и они же всегда все знают. Они сказали, а она говорит, я погадаю, а мама говорит, нет, не надо. Вот она решила отомстить. Говорит, а вот увидите, что будет. И вот так вышло. Говорит, вы узнаете. И так вот это самое. Ну, конечно, там фотографии, там папа, все это, детство и так далее. Конечно, очень жалко. Вот такая вот история была. Вот такая новелла. Ну, и потом началась московская жизнь. А в Москве что? Учились 3 смены. Первая смена, вторая смена, третья. Третья смена, уже мы возвращались из школы в темноте. Третья смена, да. Ну, потому что, во-первых, в школы были, там были госпитали, раненые были. Вообще места не было. Вот мы учились 3 смены, это я помню. А криминал большой был в Москве в то время? А? В те времена криминал большой был? А криминал был, но мы его
как-то не чувствовали. Правда, у нас вот, я как-то из школы возвращаюсь, у нас дверь открыта, все настежь. Я говорю, а что случилось? А вот, говорит, такую вашу эту соседку, Зинаида Павловна, обокрали. Ну, она старая дворянка, у нее какие-то хорошие вещи были, что-то там, мех, там, бархат, что-то было. Вот все украли. Вот, я говорю, как же так, откуда чего? Вот, говорит, пришли, все распахнуто, и у нее ничего нет. Ну, ну так вот, такое вот приключение. А как Сталина хоронили, расскажите? Ну, Сталина, когда, ой, плакали, такая, считала, чувствовали себя такая трагедия, что как мы будем жить, как это. Нам это казалось совершенно невыносимо, ну, просто немыслимо. И, конечно, эта музыка была траурная целый день. Ну, конечно, я не ходила, там народ, там люди погибли, там давка была, это я туда не ходила. Но в виде это все, слышали музыку, все это. Конечно, считалось, что это ужасная трагедия, ужас. Ничего такого. Это вот потом Хрущев начал там это все рассказывать, вся это, я считаю, это какая-то спекуляция. Ну, просто это борьба за власть, я так считаю, что этот плохой, а я вот сейчас хороший, я сейчас вам покажу хороший. Ну, вот так можно сказать. А так вообще мы не воспринимали, что вот это такое чудовище, такой Сталин такой. Это такого мы не чувствовали. Наоборот, мы так верили в победу и так радовались, что вот победили, что вот все позади. Вот. Ну вот. У нас у мамы была подруга близкая, Марина Роскова. Вот Хризодубова, Роскова и Осипенко. Три эти герои, девушки, женщины, ну, герои Советского Союза. И вот эта Марина, она была у нас дома, ночевала у нас, с мамой дружила. Она очень красивая. Она погибла, она не вернулась. Мы с ее дочкой дружили, дочка училась хореографическом училище, а это еще до войны, когда вот еще война еще не началась, когда началась война, вот это вот все мы чувствовали. Это Марина ушла на фронт, не вернулась, а еще, когда еще войны не было, я тоже хотела быть балериной, потому что, ну, это Таня Роскова училась в этой школе. А папа мне говорит, нет, ты не будешь, ты будешь художником. Так что я стала художником благодаря своему папе. Он мне так сказал, и я поверила ему. Ну вот. Что еще рассказать? Да много чего. И так разве можно же? Так в двух словах не расскажешь. Все очень интересно. Вот. А Сталин, а вот когда рассказывала Марина Роскова, она воспринимала нашу жизнь, ну, как какая-то героическая эпопея. Вот это она ощущала. И она рассказывала, как вот, что ей казалось, сон приснился, что она там пропала в лесу, как они там, ну, они же там пропали, потом как-то нашлись, там сколько-то дней жили, там чем-то питались, там шоколадом, у них был там шоколад. И что ей приснился сон, что появился Сталин, и им помог выбраться из этого темного леса. То есть была вера в нашу жизнь, в нашу победу. То есть если, как пели песню, если завтра война, что вот что мы вот такие хорошие, мы герои, и что с нами будет все хорошо. Вот такое было у нас такое ощущение. Я помню, во время войны вернулся в Москву Александр Вертинский, певец. Столько народу пошли на его концерты, я тоже. Это было невероятное впечатление. Его песни, его концерт. Вот, и я очень полюбила этого Вертинского. И потом все время пластинки слушали. Вот такая была романтическая, романтика жизни. Мы тогда ничего плохого не думали, мы думали о хорошем. Мы знали, что мы победим, что все будет хорошо, мы все преодолеем, и что мы герои, и что мы замечательные.
Вот это мы думали всегда и чувствовали. И дети, когда учились в художественной школе, все это рисовали. Вот эту героическую эпоху рисовали и изображали. Вот это вот было все. Так что вот такая вот была жизнь. Что еще интересно? Мы любили все, радовались всему. Была большая радость. Радость победы, радость нашей учебы, нашей жизни. Дети были разные. Вот в художественной школе, ну что учить? Приходили чуть ли не пешком, там вот моя подруга, вот не здесь она тут гуляет, пешком из Сибири пришла и поступила в эту школу, и училась. И мы все, это все мои одноклассники. А Пурыгина Валентина Захаровича вы не помните? Пурыгин, это вот, он стал, я его помню, он стал мужем моей вот этой подруги, она тут гуляет, ходит, ну, его бывшая жена. То есть она его нашла, привела, я говорю, зачем он тебе нужен? Это, говорит, мне Бог послал, я должна ему помочь. Она ему очень помогла. Он был ее мужем, но он, как он сам себя считал, что он примитивный художник, вот. Ну, потом там они разошлись, но это не важно, но она ему очень много хорошего сделала. И он потом, вот он как-то умер. Конечно. Ну, пил он очень много. В мастерской с ним случился. Он умер, да. С ним случился сердечный приступ, потому что он пил очень. Но от питья никто не мог его освободить. Никто не мог ему помочь. Ни мама его тоже старалась его вылечить. Ни Варя. Варя – это моя подруга, вот она здесь художница. Никто не мог ничего. Так что он умер. Но у него там дочка есть. Это какой-то немец. Немцы какие-то воспитывают его дочку. Но вы знаете этих немцев? А вот фильм такой, как это называется, «Осенний марафон», что ли? Там, когда, по-моему, Басилашвили, кто-то там играет, там Леонов, Евгений Леонов, и там какой-то немец, они потом еще немец играл, натуральный немец, его они попали, то есть в это, ну, в милицию, там сидят, еще этот немец говорит, хорошо сидим. Вот этот немец со своей женой, вот они воспитывают дочку Пурыгина. Ну, не знаю, сколько сейчас ей лет. Хорошая девочка, говорят. Много Пурыгину помогла. Купила, прославила его работы, купила у него там. Я вообще-то имел другого Пурыгина, Валентин Захарович Пурыгин. А это Пурыгин? А может быть, это его отец? Это известная фамилия. Нет, Пурыгин. Есть Леонид Пурыгин. А? Леонид Пурыгин есть. Леонид вот это вот... Это Варк Пурыгин. А, Леонид, да. Вот который от пьянства умер. Он хороший. Но мы дружили с ним. Помогли, чем могли. А тот, значит, другой. Нет, того я не знаю, старшего. Я знаю, вот у нас Добросердов преподавал, потом Нечитайло, потом Почиталов, потом Шорчев. Это вот наши художественные школы, они. Потом Андрияка, вот он. Ну вот сейчас его сын Андрияка Сергей, это его сын. А вот у старшего Андрияка, это я училась у него. И дочка моя училась. Но он умер. В каком году не был. Вот он потом, он был директором художественной школы. А как он пришел с фронта, это я помню. Пришел, преподавал, молодой педагог. Вот. А это уже его сын сейчас прославился. Андрияка Сергей. Хороший. Ну, а того уже нет. Иду я из этого... Из института меня провожает художник, фамилия его Туренко. Он это, он график. И в справочнике есть. Ну, там он решил поухаживать за мной. Ну, я с ним как-то так не очень любезно разговаривал. Он разозлился на меня, накричал. И говорит, я не понимаю, что тебе надо. И вообще, кого ты ищешь, неизвестно, что и кого ждешь. Я говорю, ну, кого надо, того и жду.
говорит, какого-то Дон Кихота, нигде ты его не найдешь, говорит. Я говорю, ну не найду, значит не надо, значит не судьба. А потом я приезжаю в Ереван, ну там Сарьян мне покровительствовал, помогал. Сарьян мне и говорит, ты, говорит, тебе надо, тут есть такая передвижная, как бы, ну, пленэрная такая группа, они переезжают из деревни в деревню, пишут, и ты с ними должна вот соединиться. Ну, он там познакомил. Приезжаю в город Аштарак, очень симпатичный такой, красивый, маленький городок. Вот, там нас поселяют в школе в какой-то. Иду я там, осень, и вдруг смотрю, сидит такой человек. Муж мой, вот он тут гуляет. Рубен Адалян, потом я узнала его фамилию. И сидит и Холс, и он рисует Дон Кихота и Санчо Панса. Как будто идет, как будто вот, ну, какой-то там осенний пейзаж, и вот в этом осеннем пейзаже вдруг он маленькую. И это мне так заинтересовало, думаю, вот интересно. Этот Туренко мне сказал, говорит, ты кого-то ищешь, неизвестно кого, какого-то Дон Кихота. Я стала это, потом мы подружились с этим Адаляном, Рубеном, и потом уже и поженились. Но вот я все время, я ему рассказала, я говорю, кто-то сказал мне, что я встречу вроде Дон Кихота. Я говорю, вот ты и есть. Ну, конечно, не верит мне, смеется надо мной. Ну, вот, такая история. Вот. Ну, а потом уже мы там в Астараке, ну, очень... С нами хорошо обращались местные жители. Все время шашлыки жарили, нас приглашали, там у нас были песни, танцы, пляски. Вот это все было. Вот такая вот была история с нами. Да. Расскажите мне самые счастливые ваши дни в жизни. Да они сейчас счастливые. Но все-таки есть вот ощущение. Ну, я даже не знаю. Ну, год самый счастливый какой? Ну, я не знаю. Ну, как... Я всегда чувствую счастье, что я живу, что я радуюсь. Мне вот даже последний раз, последняя моя встреча с Сарьяном была, ему было уже около 90 лет, и он мне говорит, да, я вот, а я к нему пришла, а он там пасьянс раскладывал. Ну, мы там посидели, он мне говорит, ну, я пойду. Он говорит, да куда ты спешишь, ты вот... Ты вот со стариком со мной вот посиди, ты еще успеешь. Я говорю, ну так, посидели, потом вот уже вышли, ну как бы это, на крыльцо. Он меня провожает, говорит, ты знаешь, как я счастлив? Я говорю, да. Я, говорит, счастлив, что я в этом мире побывал. А я и не подумал, что он так говорит в прошедшем времени, что я, говорит, здесь побывал, говорит, увидел это небо, это море, то есть это небо, эти деревья, я очень счастлив. Вот так и сказал. Вот это у меня все время есть, вот это как бы звучит у меня, и я чувствую, что каждый день это счастье. Вот счастье, что я вижу, вижу все, вижу белый свет, вижу, что у меня есть семья, у меня муж, дочка, внуки, зять. Вот, и я чувствую, что я счастливая. Вот, а как можно? Я люблю все, мне все нравится. Я люблю все видеть, и что я это вижу, что я могу это нарисовать, что это какого цвета, что это такое или другое. Вот. И вспоминать очень люблю. Все, когда вспоминаю что-нибудь смешное, там, всякие разные, тоже чувствую себя счастливой. Я счастливая. Вот. А то, что грустное, то, что, ну, грусть, она и без нее нельзя. Без нее нельзя понять радость, без грусти. Вот так. Ну, мой муж мне не верит, говорит, ты все обманываешь.
И ты, говорит, не договариваешь. Я говорю, как может, женщина может раз договаривать? Это невозможно. Тогда, я говорю, будет тебе неинтересно, если я все скажу. Вот так вот. Ну что еще? Много всего хорошего в жизни. Вообще жизнь счастливая. Мы видим все это. А как у вас ощущение? Быстро жизнь пролетела или все-таки? Очень быстро. Прям как один день. Нет, ну когда вспоминаешь, думаешь, вот это было, то бы. Это, конечно, интересно. Но думаешь, а как это так быстро все? А на сколько лет себя сейчас ощущаете внутренне? Внутренне, ну, конечно, вот что ноги там это все, конечно, разные болячки, неприятно. А так я себя чувствую, что мне как будто 18 лет. Я так себя чувствую. А если Господь дал бы вам пожить, сколько вы бы еще хотели пожить? Это уже все от Бога. Я рада, я счастлива. Я только думаю так, если я не буду жить, наверное, я буду все-таки я буду чувствовать, я же верю, что что-то есть. Я буду видеть. Зятя. А? С тобой свет. Нет. Ну, зятя, он, ну, они молодые, они еще не совсем. Они это потом приходит. Дело в том, что, конечно, я буду радоваться. Я думаю, что я никуда не уйду, я просто буду в другом каком-то качестве, или в другом измерении, или что-то. Но я знаю, что я буду чувствовать, и что я буду видеть опять, знать, что происходит, потому что я же чувствую. Мне мама снится, она что-то мне говорит, значит, она-то есть, а как же она мне приснится, а иначе как? Она что-то мне говорит, что-то мне дает знать, где-то меня жалеет, где-то что-то. Значит, она есть, только она в другом, в каком-то качестве. Ну и я буду в таком же. Ну и буду опять всех любить. Так же и буду. Никуда ничего не денется, никуда не исчезает, все остается. Вот. Я вот, ну когда, ну 7 лет тому назад я пошла на могилу моего, ну духовник мой, отец Владимир. Вот. А главное, что я так подумала, закрываю глаза и вижу какой-то и крест такой серебряный. Думаю, почему это крест? Что, к чему это? Вдруг я вспомнила, годовщина его панихида на Преображенском кладбище, надо ехать. Я позвонила его дочке, а она говорит, приезжай, мы отмечаем. Вот я приехала, там панихида, мы это все отмечали, там все. После этого я пришла домой, и вот у меня как-то сразу все закрутилось. Я там позвонила, там это заявление написалось. И у меня организовалась прекрасная выставка. Это вот где Крымский, ну там художественный это лицей, там музейный комплекс. Ну там вот эти вот работы здесь. А там 7 залов, вот все 7 залов. Я была занята были моими работами, и вся эта выставка образовалась вот благодаря молитвам отцу Владимира. Причем он говорил, что когда меня не будет, приходите ко мне, я всем вам помогу. И буду вам за вас молиться, и буду вам помогу больше, чем сейчас. Вот так он говорил. И так и получилось. Я так и считаю, что та выставка, это был 2004 год. Она организовалась благодаря вот отцу Владимиру, его молитвам. Я верю. Вот. И когда я бываю у него там на Преображенском кладбище, у меня все идет замечательно. Значит, эти люди существуют, они не исчезли. Они есть, но как, где они? Как они с нами общаются? Я не знаю. Это необъяснимо, но это есть. И без этого нельзя. Так же я, наверное, когда меня не будет, я буду где-то. Я буду видеть.
Вот если бы он Дон Кихота не нарисовал, я бы с ним не познакомилась. То есть я бы не стала. Ну, у нас бы эта дружба не получилась. Потому что когда я увидела, что он Дон, думаю, здесь что-то кроет. Брак удачный? Ну да, мы счастливы. Считайте, уже у нас 52-й год. Ну, 60, вот считайте, в 60-м году поженились, а сейчас вот, вот и считайте. Так. Это счастье, вот счастье, что я вижу, вижу все, вижу белый свет, вижу, что у меня есть семья, у меня муж, дочка, внуки, зять. Вот, и я чувствую, что я счастливая. Вот, а как можно? Я люблю все, мне все нравится, я люблю все видеть, и что я это вижу, что я могу это нарисовать, что это какого цвета, что это такое или другое. Вот. И вспоминать очень люблю. Все, когда вспоминаю что-нибудь смешное, там, всякие разные, тоже чувствую себя счастливой. Я счастливая. Много всего хорошего в жизни. Вообще жизнь счастливая. Я счастливая.